Всем привет! Сегодня расскажу о своих впечатлениях и о реальных характеристиках копии электросамоката Kuga S3. Также скажу, стоит ли его покупать, сэкономив при этом немного денег. Это не оригинальный Kuga, и купил я его намеренно для того, чтобы узнать, стоит ли экономить $50 или лучше купить оригинал. Напомню, оригинальный Kuga S3 в Минске летом 2020 года стоил от 220-250 долларов. Неоригинальный такой, как этот, стоит от $150-170. Но проблема в том, что такие копии часто продают по полной цене. Причем продают подделки иногда не просто по объявлениям в барахолке, но даже в интернет-магазинах, на рынках. Поэтому прежде чем покупать самокат, узнайте, как отличить подделку от оригинала. Итак, впечатления и характеристики. Продавец заявил мощность мотора в 350 Вт. На самом деле в нем только 300 Вт. Батарея заявлена 8,8 ампер-час, но не зная точной мощности зарядного устройства, мы не можем проверить этот показатель. Максимальная скорость заявлена в 30 км в час, и самокат разгоняется до такой скорости. Запас хода заявлен до 30 км. Но про запас хода говорить нет смысла, если речь не идет о режиме движения и о весе пилота. Но далее обо всем подробно. На момент, когда я делал это видео, я проехал на самокате примерно 100 км. Почему примерно? Потому что изначально спидометр считал неправильно и завышал пробег. В следующем видео я расскажу, как настроить спидометр и изменить другие настройки. За 100 км пробега самокат в целом показал себя неплохо. Моторов 300 Вт хватает, чтобы уверенно подниматься на крутые и затяжные горки с весом пилота 75-80 кг. Также самокат уверенно идет по плохой дороге. По легкому неглубокому песку, по лесным тропинкам, легко перескакивает корни деревьев, съезжает с невысоких бортиков. Для своего размера и веса самокат резвый с достаточно высокой максимальной скоростью. И если настроить самокат на отдачу полной мощности, то с ним не каждый подросток справится. Нужно иметь хорошую координацию и реакцию. С весом райдера 30-40 кг он легко разгоняется свыше 30 км в час. Наверное, именно поэтому с завода в третьем режиме установлено только 80% мощности. Запас хода зависит от веса райдера, дорожного покрытия, ландшафта и прочих факторов, но в любом случае ни о каких 30 км на одном заряде, заявленных продавцом, речи не идет. Может быть, с ребенком в 20 кг веса на 50% мощности он и проедет 30 км на одном заряде, но с человеком весом 60-80 кг на 80% мощности можно рассчитывать на 12-15 чистых километров. На 50% со скоростью до 20 км в час, возможно, самокат пройдет около 20 км на одном заряде. Но этот показатель меня мало интересует, мои пробеги в день 10-15 км, и дозарядиться я могу в любой момент. Если самокат разряжен полностью, на зарядку уйдет 4 часа, и из розетки он потребит 360 Вт в час. Это я проверил электросчетчиком. Снова повторюсь, что впечатления о самокате очень и очень неплохие. Он легкий, компактный, быстрый, достаточно проходимый для своих 8-дюймовых колес. Удобный в пользовании и в транспортировке. За свои деньги от $150 этот самокат очень достойное предложение. Только продавать его нужно честно, под своим именем, не прикрываясь Kuga S3. Кому кажется, что этот самокат или, допустим, Kuga S3, который стоит от $220, это дорого, напомню, что в прошлом году подобных предложений не было совсем. И самокаты со схожими характеристиками стоили от $300-400. Да, конкретно в моей копии, не оригинальном Kuga, остается еще открытый вопрос ресурса. Говорят, в них слабая дека, быстро изнашивается переднее колесо. Ну что ж, мы это проверим. Ну а оригинальный Kuga S3 можно смело брать, и я предпочел бы именно оригинал, потому что разница между копией и оригиналом небольшая. Была бы разница в 2 или более раза, был бы повод задуматься, а так нет смысла платить за подделку. Далее о недостатках. Что не понравилось лично мне, это жесткость. Хотя он оборудован амортизаторами и сзади, и спереди, но когда едешь по тротуарной плитке, создается впечатление, что стоишь на вибростенде. Колеса в нем бескамерные, и это основной элемент жесткой подвески. Но с другой стороны, в этом есть и плюсы. Во-первых, сопротивление качению меньше, а значит и дальность хода и скорость выше. Во-вторых, в прошлом самокате в пневматических колесах с таким же диаметром мне несколько раз требовалось менять камеру. Так мало того, что ее было непросто найти и самокат простаивал, так она еще и стоила как камера для автомобиля. На данный момент это все из недостатков.
Ну и глупо хотеть от самоката за $150 каких-то сверххарактеристик. Он быстро и с ветерком перемещает меня из точки В в точку Б, и это все, что от него требуется. Ну а на сегодня все. В следующий раз расскажу, как изменить настройки в моем неоригинальном самокате. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А если есть желание приобрести качественный самокат или моноколесо, обращайтесь в проверенные компании, где вам точно продадут оригинал. Например, в компанию Yamak Buy. Ссылка будет в описании. В сезоне 2020 называйте кодовое слово «мини-механик» и получите скидку на понравившийся вам транспорт. Все, всем удачи и хорошего настроения. Пока!